Это Ходжалинский район, историческая территория Азербайджана, где веками жили азербайджанцы, где родились азербайджанцы. Но, к сожалению, 30 лет вот эта территория была оккупирована армянами. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 году вот эту территорию оккупировали армяне. Сепаратисты напали на моих соотечественников. И они напали тогда, когда они спали дома ночью, мирно. Они убивали их детей, убивали их жен, убивали их матерей, отцов, прям резали на части на глазах у родителей их детей. Это ужасно, это больно. И я первый раз в Ходжалы, и я не знаю, насколько будет это больно, когда вернутся сюда мои соотечественники, которые родились тут, которые выросли тут, и увидят вот эту ситуацию. Это плантация, большая плантация на 100 гектаров, и где сепаратисты 30 лет выращивали наркотики. И возникает тут один вопрос. Вот вы всегда говорили, что Карабах для вас дом. Вот это ваш дом? Почему? Для чего? Вот интересно, вы для этого убивали моих соотечественников, чтобы выращивать на этой земле наркотики?